Ще один фестиваль, який претендує на подію року. Альфа Джаз Фест у Львові. Він уже подарував журналістам чимало нагод про нього поговорити. Наприклад, 25 червня на фесті оголосили День вишиванки. Джамала на своєму концерті зійшла зі сцени, аби спеціально підійти до своїх маленьких шанувальників – дітей, які прийшли на концерт. А «Золотого лева» фестивалю отримав легендарний американський джазмен Пет Метіні. Все це, звісно, добре і цікаво, але вам варто знати, що Дніпро на Альфа Джаз Фесті пролунав яскраво і потужно. У конкурсі Альфа Джаз Фест Стріт перемогла група Тетяни Гончарової з нашого міста. Сама Тетяна каже, по життю звикла перемагати, але саме тут на успіх не очікувала. Як усе сталося, слухаємо від самої Тетяни. Час моя писати поволі. Я вообще не певица, у меня нет музыкального образования, я не ходила в музыкальную школу, я не знаю нот. Но у меня есть хорошая школа, потому что когда училась в нашем университете, я была в нашем хоре университетском, тогда еще был Кулагин руководитель. И оттуда я по собственной инициативе, по собственному желанию, ну как типа девочка пела в церковном хоре, я говорю, я хочу попасть в церковный хор. Ну и меня, в общем-то, взяли, я попросилась, я ходила в Троицкий, пела достаточно долго. То есть мне это, с одной стороны, очень нравилось, мне нравилась музыка, я ловила вот эти вибрации. И в принципе, наверное, это и была вокальная школа, как мне сейчас говорят музыканты. Ну, то есть это лучше любой музыкальной школы, да, когда человек поет акапельно, в хорах, в музыкальных таких коллективах. Потом у нас где-то в конце 90-х у нас один из университетских преподавателей, есть такой Виталий Иванович Петришин, который очень активно тоже продвигал украинскую музыку. Мы сделали украинский коллектив акапельной музыки «Оберег». И выступили на паре духовных фестивалей. И у меня просто долгие годы было и в голове, и на полке песни, которые писала. Есть украинские вот наши авторы, которые в 90-х писали. Но это нигде не поется, нигде не исполняется. Этого нет ни в Гугле, ни в Википедии. И это абсолютный украинский язык. Очень чистая, красивая украинская поэзия. А где это есть? Где вы это нашли? Это лежало на полке у Виталия Ивановича Петришина. То есть его вторая жена, Татьяна Ксютенко, автор ряда песен. А потом подтянулся, есть автор Павел Хазан. Я задала себе вопрос вообще, чем я занимаюсь. Да, у меня есть, мне все говорят, боже, там, как ты поешь, а что ты нигде не поешь. И у меня как-то в голове схлопнуло, что вот у меня есть хорошая музыка, которая нигде не звучала. У меня есть голос, у меня есть там организаторские способности, у меня есть какие-то деньги, у меня есть там какие-то связи в Киеве, в Днепропетровске, есть люди, которые готовы мне помочь. Чего я сижу? Как вы попали на Альфа Джаз и вы приехали оттуда с дипломом? Да? Я попала туда случайно. Я привезла туда диплом, первое место попала, потому что хотела попасть. Вообще приехала в Киев на репетицию, на очередную. Ну, я обычно репетирую всегда по субботам, по воскресеньям. Вот я поехала на репетицию Леше Морозову, гитаристу, говорю, Леш, а я еду на Альфа Джаз Фест как гость. Он говорит, а я туда еду как музыкант с Кристиной Соловей на закрытый бранч к Фридману. И говорю, Леш, а давай споем? Он такой, ну давай. Мечты, в тени, в тени.
отзвонились организаторы, они послушали три записи, сказали, нас все устраивает, вы в формате, вот ваше время, вот ваша площадка, приезжайте. И здесь уже музыканты запаниковали, потому что оставалось меньше месяца, а программы не было. То есть нам говорят, вот вам час, идите выступайте. Час – это много. А у нас на тот момент было три песни, так чтобы все понимали. Короче, мы за месяц сделали еще 7. Под Альфа-джаз позвали джазовых музыкантов, ну, Алексей Морозов помог, да, пригласить ребят, которые обычно выступают на площадках, там, на сцене Потоцких, да, профессиональные, хорошие джазовые музыканты. Мы их позвали, и вместе вот они взяли и ряд песен, мы сделали джазовые обработки, они получились абсолютно джазовыми, что, в общем, оживило материал и сделало его более таким, ну, ну как бы интересным и, ну, слушательным, вот так назовем. Это был конкурс. На условие конкурса было максимальное количество смс-ок за одного человека. Это был конкурс. Это был конкурс новичков. Это был конкурс. Там были разные коллективы разного уровня, достаточно профессиональные, были очень неплохие. Я, ну, как бы многих прослушала. Там был 41 коллектив. И по условиям надо было вот, ну, максимальное количество уникальных смс-ок за один коллектив. Очень многие потом писали в личку, там мы проходили мимо, мы были удивлены, мы сели, мы послушали. Там просто была достаточно закрытая площадка, и время, ну, с часу до двух, невероятная жара, 35 градусов. То есть это спасибо. Не прайм-тайм. Не вообще не прайм-тайм. А музыка такая вот прохладная, вечерняя, романсовая. То есть место отличное было, потому что вот этот ресторан «Хлеб и вино» во Львове, он вообще, он старинный, там вокруг эти старинные стены. Оно такое вот правильное место именно для этой музыки. Правильное место, но неправильное время. Ну, жара. Мы уже уехали из Львова, ну, то есть мы не ждали. Нам звонят, говорят, здравствуйте, вы победили на Альфа-джаз-фесте, у вас сегодня церемония награждения в 18:30. Ну, мы отъехали от Львова километров 20, мы вернулись. Люди, которые со мной были в машине, сказали, ну, конечно, мы возвращаемся. Для того, чтобы сбылось твое желание, надо расслабиться. То есть я отпела, мне понравилось, я увидела реакцию. Мне самое главное была реакция, для того, чтобы понять, правильно или это нет, потому что я хочу дальше развивать это направление. У меня, на самом деле, есть материал уже на второй альбом. Души, я